Всем привет! Сегодня мы с Полиной решили сделать вам видео Best Friends Tag или тест, где я буду задавать Полине вопросы о себе, а она должна будет ответить. Если она неправильно отвечает, она ест, ну, совсем немножко, как горошину, как-то, горчицы. И также с Полиной, собственно. Первый вопрос задает Полина. Что ты мне подарила, когда я пришла к тебе в гости в первый раз? Точно съем горчицу. Наверное, я не помню, диск. Я ж горчицу. А что? Ты мне подарила куклу Челси Мэдисон. Блин, да. Я никогда, мне кажется, ну может раз в жизни ела горчицу. Можно столько? Да. Как-то так. Ненавижу. А насчет... Чей смех на этой планете мне нравится больше всего? Ну, я думаю, это легкий вопрос на самом деле. Талеров. Да. Есть ли у меня шрамы на лице? Да, есть. У тебя на щеке шрам, потому что тебя медсестра в роддоме ногтем так поцарапала. Ты рассказывала эту историю тысячу раз. Сколько хомячков мы уже отдали, вот когда у нас было сначала 2 хомячка джунгарика, маленьких? 14. Опа. Да, потом мы их отдали в зоомагазин. Их было 14, правильно. С какого года я сижу в Твиттере? С 2013-го. С 2012-го я сделала такую не свою страницу. Ненавижу. Фу, это как майонез немножко сначала. А потом еще и... перец и горько. В каком классе у меня была одна розовая прядь? У меня она вот здесь была. В каком классе? Так, можно я поразмышляю? Это было в начальной школе. Это был 3-й класс. Нет, 2-й класс. Это нечестно. Ты мне говорила какое-то? Говорила. Нет, знаешь, мы с тобой общались во 2-м классе и стали друзьями. Ладно. Я могла бы это тебе не говорить, ты должна была это помнить. Вкусненько? Ням-ням. В детстве я различала свои руки правую и левую по признаку. И я это делала до 5-го класса, правая и левая рука. По признаку на одной есть... что-то, а на другой нет чего-то. Да. Это родинка. Да. Да? Я не знала, я так просто сказала. Почему мои дни рождения в 2006 и 2007 году были, наверное, самыми ужасными, не то чтобы ужасными, но самыми плохими днями рождения в моей жизни? Когда мне было 6 и 7 лет. Не, 7 и 8. Да, 2007 и 2008. Потому что у тебя... Потому что... Ладно, я скажу. Потому что ты праздновала и... вместе со всеми... А я все дни рождения вместе со всеми праздновала. Нет. Ладно, что это? Потому что в 2007 и 2008 году ко мне приходили мои друзья там из садика, из школы, из 1-го класса. Ты должна была помнить, я плакала, потому что они разбрасывали вещи, как и дети, а я всегда рыдала и говорю, положите это на место, положите это сюда. Кладите это на место? Положите. Положите, говорят. Так, что я ломала? Ну, ключицу. Да. Фирма моей любимой сумки прямо сейчас. Прямо сейчас? Я показывала тебе. О, нет. Макс Мара, на. Я показывала ей эту сумку в журнале пару дней назад. О. Я уже меньше съела, чем ты, да? Я 3 раза. А я 2. Как зовут сестер моей бабушки по маме? Люба. Люба? Нина? Нет, я ж Лена. О, хотела Лена сказать. Ты же знала, ты даже знакома с ней.
Да. Где была самая-самая вкусная пицца в этом мире для меня? Это точно не пиццерия. Нет, это не в нашем городе. Ты мне это говорила. Это было в Праге. Я не ела пиццу в Праге. Это было в Праге. Это было в Лос-Анджелесе. Да. Ладно. Я говорила это. Это ужасно. Она еще и шашлычная. Серьезно? Она столовая. Ну тут шашлычки. Шашлыки. Сколько лет я занималась танцами? Ненавижу такие вопросы. Так. Это сколько? 8 9. Да блин. Что-то я много взяла. На какой улице в Лос-Анджелесе я хочу жить? Так. Это на самом деле не улица даже, а город, если буквально. Ну, на какой улице? Давай. Родео Драйв? Нет. Хотя я даже не уверена, если это улица. Ну да. Беверли Хиллз? Это улица. Беверли Хиллз это улица? По-моему, да. А, или это район? Ну, вообще, я сказала, что это город. И улица, и город. И... Я хотела сказать Беверли Хиллз. Так говорила бы. В общем, да, я потом посмотрела, это на самом деле не улица, не район, это город, который внутри Лос-Анджелеса. Я говорила, что я хочу жить на Беверли Хиллз. В каком городе Америки я хотела бы жить в прошлом году? Я хотела жить. Нью-Йорк. Да. Почему? Не знаю, я просто хотела в прошлом году. Ну, сейчас ответственно, как бы, да. LA. Потому что кто-то часто говорит об LA, и кто-то тоже часто слышит об LA и хочет тоже побывать хотя бы в LA. Ну вот и все. Ой. Это мы... О, черт. И мы заканчиваем это видео. Объелись прям вообще, класс. Пойдем сейчас поблюем где-нибудь. Да. Так что спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь внизу. И... О, да, проверьте мой блог, потому что там у меня вышла статья. Вы просили сделать мне такое видео, что в моем телефоне, но я не хотела это делать. Потому что на самом деле видео мне такие скучно смотреть. И я сделала статью, которую я выложила на своем блоге, и ссылка будет внизу. Так что пока. Я хочу кинуть, но я боюсь. Пока. Да.